пешки, а что-то мало пищей. Они сегодня на улице где-то будут, надо им что-то принять? Нет, сегодня не пойдем. И чего я вас разбегала, если вы снова сердечко вали? Так, я все видела. Ну так надо, чтобы прошла в понедельник. Вращение головой справа начинай. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Справа. Раз, два, три, четыре. Не попой вертите-то, а шеи. Как-то связано все у них. Красиво. Руки на плечах. Вперед, начинай. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Побыстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Вправо, рука. Раз, два, три, четыре. Вперед. Три, четыре. Вверху, лево. Выпрямленная рука. Раз, два, три, прямая рука, прямая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Порезче. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Данил Кубинов, я вижу вас. Подряд, плохо очень. Так. Вращение руками вперед, значит. Начинай. Раз, два, три. Зачем вы нас снимаете? Три, четыре, вперед. Раз, два, три, четыре, назад. Раз, два, три, закончили. Нас руки перед собой, собственно. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Порезче. Раз, два, закончили. Итак, руки согнутые, значит, достать противоположным коленом до локтя, начиная
Слева волтя. Раз, два, три, четыре. Раз, достаем до волтя. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Что опять выполняем? Что он не выполняет? Очень плохо. Итак, руки перед собой. Ладно, не будем это упражнять. Что? Итак, давайте дальше. Что дальше он не помнит? Приседания 10 раз, не обнимая, ноги не отрываешь. 10 раз, подсчет. Раз, два, четыре, все, четыре, все приседания. Пять, шесть, семь, восемь, девять. 9, 7, 10. Очень плохо. Ноги скрипнули. Тянемся. Ноги пошире поставьте. Делаем на 4 счета. Раз, два, три. Потянулись. Раз, два, три. Потянулись. Левой ноге в середину. Правой. Потянули. Раз, два, три. Потянули. Ноги скрипнули. Так, что там что-то я забыл? Бабочка в конце. Сейчас, я что-то забыл. Ладно, хорошо. Давайте бабочку. Подсчет 15 раз. Начинаем. И раз. Выше, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, выше, десять, одиннадцать, закончили. Все, спасибо. Зарядка на этом закончилась. Нина Петровна, там он ничего не принес, я не знаю. Сегодня никак его не провести, а в пятницу мы вообще за город едем. Я не знаю, куда его отправлять даже. Так, быстрее, ребята. Так, внимание, раз. Откуда меня... А, какой это отряд... Так, раздвиньтесь, пожалуйста, четвертый отряд, так, чтобы вам было всем удобно. Поставьте Микляева по-хорошему, ему же неудобно тот. Так, командирам отряда приготовиться и сдать РПТ. Первый отряд. На линейку построен отряд «Смешарики». Наш девиз. Мы смешные шарики. Шарики смешарики. Веселим везде и все, мы, ребята, лучше всех. Рапорт сдан. Второй отряд сдать рапорт. Уважаемая Екатерина Львиновна, на линейку построен отряд «Непоседы». Наш девиз. Непоседам нет преграды, мы преградам только рады. Рапорт сдан. Третий отряд сдать рапорт. На линейку построен отряд «Фиксики». Наш хоть любовник, хоть медведь, фиксики на первом месте. Рапорт сдан, командир отряда опущен в дальнейшем. Четвертый отряд сдать рапорт. Дальнейший построен отряд. Лучники! Наш девиз. Мы лучники веселые, яркие и клевые. Мы хотим всегда следить, чтобы лучше было. Рапорт. Рапорт, да. Пятый отряд, дать рапорт. На линейку построен отряд «Посемушки».
школе. Но тем не менее, я думаю, что он будет очень интересным. Потому что сегодня мы с вами будем раскрашивать нашу знаменитую матрешку. Сегодня мы с вами узнаем, почему исчезли динозавры и как появились на земле деревья. И будет еще очень много интересных игр и развлечений. А сейчас мойте ручки и готовьтесь к завтраку. Ваше порождение вы и отмечаете. Начинаем, пойдем вообще.